Николай, приветствую. Вот прибыл твой твистер 9 миллиметров. Но я не буду подробности рассказывать. В общем, это бы обзор был 9-го твистера. Ты попросил, чтобы хватом сверху, когда ладонь сверху, позакрывал человек на отказку. Вот вызвался Володя нам как бы это продемонстрировать. Ну, давай посмотрим. Хват сверху, вот, кисти сверху. Это 9-й твой твистер. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Делаем на отказку. Семь. Восемь. Одиннадцать. Значит, во всех разах есть касание двух ладоней, так что пока закрыто. Двенадцать. Тринадцать. Четырнадцать. Пятнадцать. Шестнадцать. Семнадцать. Восемнадцать. Тут такая группа поддержки, что он теперь будет закрывать до стара. Шо, сказал бы. Девятнадцать. Двадцатку не сделаешь, не взял бы. Голос за кадром. Деваться некуда, поехали! Давай, давай, искал. Шел, жму! 20. Ты можешь, ты хочешь. Давай, школе. 21. Ну вот самый упорный, кто вызвался. 22. 23. 23. Володя упорный, конечно, но я не могу.
24. Ой, ты устаешь? Да. Двадцать пять. Спасибо. Всем привет, боюсь, вылетит из рук. Да, значит, вот как бы что ты просил, то мы и сделали. Вот всем девятый, привет. Да, все, девятый твистер. Аплодирую, ревшина стального хвата. Все. Спасибо. Ну вот человек рядом стоит, он бы, наверное, больше пожал, но он травмирован, рука у него болит. Да и вот смог бы, наверное, больше справиться. Все, всем удачи, пока. Пока.